как Всевышний сказал, мы создаем лишь причину, а результат только за ним. И я всегда уповаю только на Всевышнего, ни на тренировки, ни там, ни на настрой, ни на что. Я всегда надеюсь только на Всевышнего и выхожу на бой. И дерусь, создаю причины, результат есть. Как вы смотрите на то, что есть и некоторые девушки, которые уже Мне я не поддерживаю это, мне не нравится, я и не люблю смотреть, как девушки дерутся, это не их дело. Им лучше дома сидеть. Это мой совет девушкам.